АЭС. ТАСС сообщил о встрече председателя Верховного Совета Армении с президентом Грузии, который уже 3 дня находится в Идживане, райцентре на северо-востоке Армении. Эта республика в сложном положении. С одной стороны, нельзя осложнять будущие грузинско-армянские отношения, а с другой, гонимых всегда жаль. Подробности встречи пока неизвестны, но, очевидно, речь шла о конкретных условиях пребывания Гамсахурдия на территории Армении. В Тбилиси постепенно начали налаживать нормальную жизнь, столь жестоко разрушенную. Выводится боевая техника, начало работать местное телевидение, которое теперь транслирует первую программу из Москвы. Разминировали взлетно-посадочную полосу. Но главные проблемы впереди. Экономическая ситуация на грани кризиса, да и до политической стабильности тоже далеко. Эти кадры сняли наши зарубежные коллеги. Тбилиси. Сегодняшняя демонстрация в поддержку экс-президента Звиада Гамсахурдия. Участвовало около 1000 человек. Местечко Идживан и дом, где скрывается Звиад Гамсахурдия, его семья и его телохранители. Здесь же он дал интервью нашему корреспонденту. Как вы видите свое будущее буквально на ближайшие дни? Ну, это зависит очень от многих факторов. Я не могу сейчас это предугадать. Очень трудно предугадать. Ну, во всяком случае, я стою на своей позиции. Один из лидеров оппозиции и оселянин настаивает на депортации Гамсахурдия из Армении, ссылаясь на то, что Гамсахурдия, присвоив крупные суммы в рублях и валюте, перешел в разряд уголовных преступников. То, что произошло в Грузии, трагедия целого народа, но это и личная трагедия Звиада Гамсахурдия, который пришел к власти как демократ, а был изгнан как диктатор.